что можно было купить в супермаркете на развес. Органическое мы пробовали прессовать. Мята, там петрушка, что это еще было, кардамон пробовали, розмарин даже, куркуму. Ну, то есть разные штуки экспериментировали. Но в один прекрасный момент ко мне пришла моя супруга и такая: «Макс, кофе!» Я такой: «Эврика», потому что кофе, а, он черный, это классический цвет очков, он подходит практически под все. И б, его огромное количество в мире, то есть жмыха миллионы тонн просто по всему миру. И, собственно, так все это и началось. Человек знает, что он отделочки, даже если он их сломал, то ничего страшного не случится, он их просто выбросит. Даже в землю он их может закопать, и он знает, что они не будут там лежать сотни лет, еще и выделяя какие-то вредные соединения, там фенольные и так далее, как делает пластик. Они полностью разложатся, потому что они нейтральные и биоразлагаемые. И все. И планета скажет спасибо, потому что кофе еще является отличным удобрением для растений.